подписывайся на канал. Друзья, всем доброго времени суток. Добро пожаловать на канал из завода. С вами Дима, и мы продолжаем с вами проходить игру «Вампир». Итак, в предыдущей серии мы с вами побегали чуть-чуть по городу, помогали, в общем, гражданам, относили всякие лекарства, кому какие требовались. Вот, а сейчас я хочу сходить по нашему главному заданию. Это мне нужно найти отца, или кто он, преподобный Шон Хэмптон. Это тот самый чувак, которого мы спасли на лодке. Мы с ним приплыли раненым в самом начале в этот город. В общем, у нас в городе, точнее не в городе, а в больничке. Где? Куда я ушел-то? Назад. Вот, в этой больничке какие-то убийства непонятные произошли. Дебош, в общем, убили людей куча. И главный подозреваемый — это вот этот вот чувак. И сейчас мне нужно идти аж в другой конец города к нему. Сейчас я туда и направлюсь. Мне в эту сторону? Да, мне в эту сторону. Надеюсь, по пути меня никто не встретит. Никто не встретит, я имею в виду этого чувака с крестом на палке, который очень жесткий. Если он с кем-то... Вот они. Так, а я, в принципе-то... Убежать могу. Побежали. Куда, нам прямо? Да, нам прямо. Просто убегаем. Все, вроде отстали. А то их слишком много там было, еще бы наказали меня. Так, найти Шона Хэмптона в доках Ист-Энда. Так наше главное задание звучит. Это мне... Сейчас, короче, в общем, прямо, потом... А я не пойму, а это что, железная дорога или что? Почему тут перекрыто? Я там смогу пройти? Ладно, сейчас попробуем. It seems the Prewin are redoubling their patrols in the district. I must be more careful. Блин, да подожди, сэр, нет. Так, тут у нас закрыто. Не в ту сторону надо. Так, а я здесь могу как-то в дом перебраться? Нет. Блин, ну здесь надо прорваться, да? О, кстати, у меня есть суперспособность. Фига себе, что происходит. Да хорош ты с пистоном меня стрелять. Так, это у нас ульта была. Чё-то я ничего не заметил, правда. Тварь. Так, сначала мелких надо завалить. Так, пойду-ка я сначала... Нет, не туда пойду. Сначала этого завалю, потом лучника. Да на тебе! Yeah.
О, а рядышком уложил спать. Так, мне прямо. Образец разбавленной густой крови. Что это такое? Так, а здесь обход никак нету. Нету здесь обхода. Короче, надо будет здесь. Мы соберем. Так, я правильно иду? Правильно. Так, что это за полоса-то у нас? Типа главной дороги, да? Так, ну мне кажется, это путь не туда ведет. О. Давно тут не было гулей. О, а ты чё живой-то? Или это другой? Тварь. Шавка. Кто там еще орет? Я не пойму, это баг какой-то? Нет, это не баг, это какой-то тварь. А чё у него с рукой-то? Как-то у него рука необычная. Да не, вроде обычный. Так, в общем, чё за значок, это непонятно. Мне куда-то вот сюда надо, а как я туда пройду-то? Если здесь везде стены. Если вот тут ворота, во. Так, а это кто такой? Good evening, sir. Who the fuck are you? Don't you see I'm busy here? Dr. Jonathan Reed, that's who I am. And who are you? Ah, some fancy gentleman we've got here. Clear off. We don't want strangers on our streets. So you won't tell me your name then? The name is Booth Digby. Maybe I'll ask my boys to break one or two of your bones, just so you remember it. О, какой-то он дерзкий слишком. Do you need medical help, sir? I feel fine, Dr. Reed. Так, давайте на него посмотрим. Социальный слой, ничего не понятно, только гипноза 4. Ничем не болеет. Какой-то он дерзкий. Do you know where I can find Sean Hampton? I need to talk to him. The sad saint. Why on earth do you want to talk to him? He was one of my patients at the Pembroke Hospital. Oh, yeah. I heard the poor bastard had been abducted by some cunt. You better ask Tom Watts. He knows Sean Hampton well. Так, в общем, Тома надо кого-то расспросить. Личные вопросы, естественно, не будет. Goodbye, Mr. Dick. Нужны подсказки. Так, это у нас новый райончик, то есть здесь новые жители. Собрать информацию о местонахождении Шона Хэмптона. Так, нет. Это не Шон. Not a drop of blood left in his body. This is the work of a vampire.
I'm a tracker of these creatures. A vampire hunter. You best be off to your hunting then. For if the sewer dog is back and hunting all these poor folk, he needs a catching. A sewer dog? What's it look like? It's an old story. A monster with daggers for teeth and icy claws. He comes of a sudden. Короче, понятно, это местный фольклор у нас. Так. Чувак, извини, что отвлекаю. Don't you recognize me? We met a few nights ago. Don't take it personally. I spent a lot of energy forgetting what I did the night before. Yes, you had definitely drunk too much then as well. I'm Dr. Jonathan Reed. I'm Dyson Delaney. I'll try to remember you this time. I'm looking for Mr. Sean Hampton. Do you know where I could find him? I really don't know. I heard he'd been abducted. I don't know if he's back. Who could tell me then? About the sad saint. Try asking Tom what's about him. Так, короче, меня все футболят оба на мечте юности. Surely you must have had dreams and expectations when you were young, like everybody else. Sure, I wanted things to change, to really change, and to change for good. The bigger the dream, the harder the fall. Do you really think the world is that bad? No. I believe we all can choose to make it better. But most of us are too weak, too corrupt and too guilty. I failed for sure, but others will come. Sounds like you were an idealist, which is honorable. No, sir. I was an anarchist and I believe that exclusive property is a robbery in nature. I wanted a new world to rise from the ashes, Dr. Reed. Ох ты, какие у тебя желания странные и страшные. Так, у него переутомление. А у меня, по-моему, есть средства или нету? Чуть не помню. Inebriation aside, do you need medical help? Yes. I feel sicker than usual these days. О, дать лекарство. And perhaps you could try to slow down the alcohol intake too. Hey, doc, you don't really want me to stop the only remedy I can afford. Так, личные вопросы теперь появились? Вот, об анархистом в прошлом. I want to know more about your past as an anarchist, Dyson. I'm still an anarchist, Doctor. Make no mistake. I just reject violence as a tool to change the world, unlike my comrades. Do you still see your comrades, then? Even if you don't agree with their methods anymore, I mean. No. I hope they'll come to share my point of view one day. I'll raise my glass to that splendid idea. Do you believe in a bloodless revolution, then? I do not believe in much anymore, Doctor. But I'll admit I like your idea of peaceful change. I like it a lot. Goodbye, Mr. Delaney. Короче, куда ты уперся-то башкой? Короче, понятно, это у нас чувак, который разочаровался в настоящем и просто бухает. И все. Так, а меня все направляют к Тому. А где этого Тома-то найти? Ты Том? Good evening, sir. Have you witnessed any suspicious activity or strange events recently? And what do you define as a strange event? More to the point, who are you? My name is Ichabod Throgmorton, vampire hunter extraordinaire and warden of the East End. A vampire hunter? Really? I know what you're thinking. I'm just another lunatic howling at the moon, but I'm not. The bloodsuckers exist, and they're close. Mr. Throgmorton, I'm Dr. Jonathan Reed. I'd like to hear more about these. Vampires you're hunting. A man of science? Well, I'll be glad to enlighten you. Да, интересно, чувак, интересно. Говорит, профессиональный охотник на вампиров, а перед ним стоит человек, точнее, вампир, с краснющими просто глазами, лицом, как снег. Забавно. I'm looking for Sean Hampton. Can you help me, Mr. Throgmorton? The sad saint? He should be at his night asylum at this hour, but I cannot tell you how to find it, sorry. Really?
Why is that? It's nothing personal, Doctor. I'm sure your intentions are good, but people who sleep there... they have plenty of reasons to hide. Maybe at least you can tell me who could help me find him. Tell you what, go and chat with Tom Watts. He's a bartender and good judge of character. If he talks to you, then it's fine by me. Короче, все меня отправляют к Тому. I could make you tell me, but I respect your refusal. You really believe Sean is a saint, don't you? All I will say is this. Gossip has it that when he was a child, he was molested. By a priest of all people. Funny thing is, though, it only strengthened his faith. О, да, я смотрел новости старые и говорили, что раньше, особенно в Америке, часто насилие в церквях было очень распространено. И вот это как раз-таки те времена. Так, давайте мы проверим его состояние здоровья. Чё-то мне кажется, ты врёшь, но да ладно, не хочешь говорить, не надо. Короче, нужен Том Уотсон, это бармен. Вот этот. С ним мы уже виделись. Давно, кстати. Good evening, Tom. Good evening, sir. How are you tonight? Back to the docks, are we? You remember me, then? Of course I do. You're that man who seemed so lost when he entered my bar a few nights ago. Thank you for your hospitality. I'm Jonathan Reed, by the way. I'm still Tom Watts. Welcome back, Doctor. Tom, I need to find Sean Hampton as quickly as possible. I've been told you could help me. I heard the sad saint was recovering at Pembroke Hospital. Did he leave or something? Блять. Ну, короче, он ничего не собирается говорить. Надо его язык ему как-то развязать. The important thing is I find him quickly. Why not try his night asylum? He takes care of those who need a meal or a roof there. Where is it? It's in an old warehouse northwest of here. Just follow the bank to the west and go north when you reach the end of the pier. Короче, он в ночлежку какой-то ушел. Мне хоть сказали, что это за такое. Так, ничем не болеет, нужно спросить будет у него. Can you confirm that? Oh, I bet you're right. Sean can't help but worry about the poor and sick. I guess it has something to do with what happened to him as a baby. Please, tell me. Oh, I don't like to gossip, but I heard that the sad saint was abandoned as a baby in front of a Catholic orphanage in Dublin. Would explain his faith and need to help everyone. Чё? Чё-то ни хрена непонятно. Один говорит одно, другой говорит другое. Do you need any help? I'm all right, Dr. Reed. Или, в общем, охотник на вампиров говорит то, что этого святого в детстве изнасиловал другой святой священник. А вот Том говорит то, что его подбросили к семье какой-то католической. Получается так, к семье, ну, в общем, в коммуну эту католическую, и получается, что? Что он был в этой коммуне, и его там постоянно насиловали, что ли? Ни хрена себе. Вот это да. Так, здесь везде нужны подсказки. Goodbye, Mr. Watts. Так, а я могу его просканировать? Ничем не болеет, хорошо. Так, этому я дал лекарство. Так, мне, в общем, надо вот сюда. Печальность, то есть Инда. Положить конец дикостям Шона Хэмптона. Так, а мне сказали, по левую сторону надо идти. А я смогу перебраться? А, вот он, здесь мостик есть. Скорее всего, по нему. О, а ты кто такой? Просто бездомный? О, давай пообщаемся. Hello, boy. Hello.
В смысле, малец. Ему лет 60. No, it's just that people prefer to avoid me. Well, I won't. I'm a doctor. My name is Rufus, sir. Rufus Kingsbury. Так, о Шоне Хэмптоне я уже все узнал. Are you alone? Where is your family? I don't have any. My parents are dead. So you have no home. You're sleeping rough. No. I mean, yes. I live on the streets. I have no home. Так, я не пойму, нет или да? Так, у него анемия, если чё. This city has abandoned so many of its children. It's tragic. Well, I'm known worse. I'm not all alone. I have Mrs. Fishburne. She's been very kind to me. Why do you think she's so considerate? I can't say, sir. I guess she's a good soul. Sometimes it's like she replaces the mother I lost, even if we're not related. Так, Стелла Фэшберн. С ней еще не виделся, но уже какие-то подробности появляются. Так, давайте спросим за здоровье. A real doctor caring about me. That's a first. I feel like a real person. Требуется средство от анемии, а у меня его нету. I'll see you later. Давай, подожди меня здесь. Я тебе принесу потом. Be careful. Take care. Ты куда пошел? Я сказал, жди здесь. Скотина мелкая. Точнее, мелкая 60-летняя. Ай, блин. Ладно, идем. К Шону. Вот здесь могу я перепрыгнуть? Да. О, далеко. Так, а здесь у нас чуваки-недруги. Ого, у него что, огнемет? Джимми Искра... Рилли, да. Так, этого завалил. Не понял. А что мне делать-то? А как его убивать? Ну, у меня есть пистолет, я могу с пистолета его сейчас завалить. Попробовать пострелять. Мне кажется, в рукопашку с ним вообще не вариант тягаться. Так, где мой пистолетик? Так. Надо что-нибудь взять. Типа топорика. А сюда пистолетик. О, да ему вообще урон не наносится. Отвалишь ты от меня. Я
Так, подождите. С пистолета вообще не вариант. Где моя дубина? Так, у меня, если что, сыворотки есть. Пора время ими пользоваться. Какие у меня сыворотки есть? Есть сыворотки, которые слабо восстанавливают здоровье. Регенерация, ага. Удачно просрал. Тварь, к нему вообще невозможно подойти. Да, ну как так-то? Завалил. The wounds on this corpse are deep, the result of rabid rage. If this is Sean's doing, he's become a murderous beast. Да у меня сейчас вот он чудовище был, ты чё? Еле завалил огнеметчика. Блин, ну если он так, если такие будут на улице просто стоять, то, блин, я не знаю. Я таких хрен завалю. Мне нужно срочно прокачаться. Так, куда мне идти-то? Мне теперь вправо надо. Так, а здесь у нас тупик. Ага,
Ну, тут, кстати, я тоже могу пройти вдоль берега. А, кстати, мне же говорили, вдоль берега с левой стороны. О. Да. Нормально, я так ультанул. Ух, как-то тяжело становится. Чем дальше, тем тяжелее. This poor man has just been slaughtered by a vampire. The body's still warm. О! Пускай дерутся. А мне, кстати, в эту сторону надо. О, там кто вообще? Вампир против... И огнеметчик, да, стоит? Не буду я с ними драться. Да хорош! Так, завалю-ка я этих тоже. Просто вампир бегает с двух это... С длинной битой и всех мочит. Вырубает и глушит и мочит. Эпично это. Не с ножом. Не с мечом. А просто с битой. Так, keep out. Мне послание. Да, мне сюда вниз. Тут какая-то строительная площадка. Скорее всего, сейчас будет какая-нибудь битва. Надеюсь, не против Шона. Надеюсь, его еще можно спасти. Но это уже будет в следующей серии. А, ребята, если ты досмотрел до конца, обязательно подписывайся на канал, ставь лайк, пиши комментарии. Это очень важно для развития канала. Пока!